И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Taichin Incorporated, Вескер с вами на связи. Ну а сегодня мы с вами продолжаем проходить Shadow of Tomb Raider, Кубок Яку, Лара Крофт, Расхитительница Гробниц. Но прежде, позвольте сначала я зачитаю свежие комментарии из-под последних эпизодов с Ларой Крофт, а именно комментарии от Анисы, она же у нас Эми. Эми, во-первых, спасибо еще раз, что ты к нам подключилась. Я ее, не стану отрицать, знаю и помню еще со времен шортсов по Sonic Force. Подписана на нас уже, конечно, полгода, но на Соника она пришла раньше. То есть она с нами уже давным-давно. И надеюсь, что она будет к нам заглядывать намного чаще. Она пишет: приветик, спасибо большое. Ну, мы уже давно знакомы. Ну, она думала, что я, видимо, не помню. Но нет, ребят, я стараюсь помнить каждого подписчика своего, потому что, ну, во-первых, нас уже больше 3020 человек. Это, конечно, сложновато, но по никам я запоминаю. Забавно, почему-то я запоминаю прекрасные ники, но офигенно ужасно запоминаю имена в реальности. Ну, есть такое. Ну, и она, конечно же, пишет, что в реальности она ее зовут Аниса. И спасибо большое, конечно, если хочешь, буду звать тебя Вескер. Ну, я еще раз представился, потому что даже под старым шортсом, насколько я помню, с Соником я тогда представлялся. Ну, мало ли, может, человек забыл. Бывает такое. Привычка у меня такая. Ладно, ребят. Зачитал. Если что, можете посмотреть предыдущие эпизоды и убедиться, что этот комментарий там есть. В крайнем случае, если вдруг там он исчезнет, я не знаю почему. Может, человек решит удалить или YouTube. Надеюсь, что YouTube ничего не будет делать. Я в любом случае все публикую, потому что благодаря творческой студии все комментарии сохраняются навечно. Жутко прозвучало, да? Надеюсь. Ну а мы продолжаем с вами. Лара Крофт, расхитительница гробниц, колыбель жизни. И надеюсь, что у нас пройдет с вами все очень быстренько и хорошо, без каких-либо там преград, проблем и всякой прочей нечисти. Чем быстрее мы с вами справимся, тем хорошо. В прошлый раз мы с вами закончили такую своеобразную передачу наследства мисс Эбигейл, потому что... Почему своеобразная? Ну, в предпоследнем эпизоде, который у нас выходил, вот постпредыдущий эпизод, Лара пошла за первым ключом к этому наследству, где должна была Эбби пройти через опасные коридоры, добыть саркофаг, забрать там маленькую детальку и провалиться в яму полную диких голодных шакалов. Приятная, да? Хорошая бабушка. Она знает, как внучку повеселить. Причем наследницу древней майского рода. А после отправить ее... Кстати, интересно, я не знаю, чем Эбби занималась-то в свою... Она тоже там помогала нам, забрала второй ключик. А вот в третий ключик... Ну... Средненький, конечно, но... Тоже неплохой. Чисто откопали. Но самое забавное само наследство. Гигантская кузница с магмой, разломанным механизмом и огромной тонной золота. И золотым саркофагом. Первой майянской, сгинувшей в новом свете императрицы. Ну и все на духе. Да, я оттягиваю, потому что, видите, долго грузит почему-то. Лара, давай уже. Ну, в результате Эбби, конечно... Я сейчас, наверное, весь сюжет перескажу. Может, мне уже начать все воды? Кстати, как он там? Наверное, до сих пор сидит, болтает с этим местным охранником. Ой. Хорошо, Иони. У него есть с кем поговорить. А мне приходится вот по всем бегать. Но сегодня у нас, наверное... у нас, наверное, не сюжет сначала. Ну, или, может, сюжет затронем. Ну, просто чисто бегать по джунглям уже теперь немножко даже самому мне наскучило. Отлично, мы здесь. Пока он грузился, у меня даже джойстик успел. Так, чтобы здесь открыть, мне нужен дробаш. Поэтому делать нечего. Чтобы открыть этот, мне... Я покоюсь там, где раньше летели стрелы. Охраняя дверь, которая больше не откроется. Ну,
Это речь, скорее всего, о двери, где находится документ. Я ее не открою, пока у меня не будет дробаша. Тоже касается вот этого. Я тоже не открою, пока у меня не будет дробаша. Поэтому соваться туда, ну, смысла вообще нет. По базовому лагерю навряд ли мы здесь уже пройдем адекватно, поэтому соваться тоже не будем. Вот сюда бы хочется зайти. Там и на волков поохотиться. Но я не хочу с ними связываться. Здесь капибары. Документы, фреска. Гробница. А в принципе, давайте-ка мы реально вот сюда исходим. Вход где- вот здесь находится. Мы вот здесь быстренько пройдем. Изучим все место. Соберем все, что сможем. Откроем все, что получится. Ну, все, что возможно будет. Хотя бы поймем, что открывается, что не открывается. Заберем все, что сможем. Если ничего не получится забрать вовремя, то... Пойдем по сюжету тогда, потом. То есть, я думаю, это правильный подход. Так, я здесь. А мне надо сюда. Мы, кстати, могли бы с вами еще и в Косумель отправиться бы. По такой логике. Там же тоже есть сундучки. Давайте так тогда сделаем. Я сам сейчас записываю 4 эпизода подряд. Я решил так делать, ребят. Во-первых, потому что это чисто проще. Я бы записал 4 эпизода сразу. И спокойно бы их намонтировал и сразу бы загрузил канал. И тогда не нужно было бы беспокоиться по поводу монтажа. Это проще. Это реально проще в отношении с Лардой. Я так раньше делал, но потом решил попробовать в свое время с таймингом. То есть записал, записывать каждый день. Но это было очень муторно и выгораешь быстро. А так один день уделяешь чисто игре. Наслаждаешься, отдыхаешь, расслабляешься. Ну так потихонечку двигаешься. Встречал, кстати, недавно своего учителя по английскому языку, разговаривали с ней. Видимся очень редко, но встретились. Ну еще со школы у педагога-то. Посоветовал найти девушку. Было бы где искать. Негде. Город невеста, а невест нет. Никакие невесты. Искать в других городах надо, а лучше в других странах. Без обид. Без обид. Но я вот весь свой город обошел. Ни одна даже глаз не цепляет. Хотя некоторые говорят, может, они еще только родились или в школах находятся. И только старость встретишь здесь. Ну, возможно, как вариант. Ну ладно, что-то я новый про свою жизнь. Это все кофе. Сделал себе крепкий кофе. Потому что записываю всю ночью. Вентилятор тут подувает. Прохладненько. Давай уже прогружай нам этот город. Мы через грязь проходим быстрее. Реально, если кто не заметил, между локациями Пайтити, Золотого города, и лесом, там везде проложены такие вот, ну, толстый слой грязи везде. И там, ну, это, по сути, такая замаскированная прогрузка локации. Очень много, кстати, сделано. Это, ну, немножко выбешивает, потому что, ну... Хотя, с другой стороны, это, как, наверное, как оборонительная преграда. Ну, не пойдут же через брод вояки. Они будут идти обходным путем. Это же слишком опасно. А если идти в город, так еще опаснее. В общем, такая система защиты, конечно, еще упойдите. Отлично. И в чем соль-то? Кстати, точно. Надо к старушке зайти. У нее... Кстати, а где она у нас? Она где-то вот здесь, по-моему. Я не помню точно, она где-то вот... Вот тут, наверное. Я хочу сейчас эту старушку еще раз найти. Бабулю с автоматами. Бабуля-контрабандист. Она где-то здесь должна быть.
Так, это место и праздник какой-то. Это интересно, но это не то, что мне надо. Так, а где бабка-то у нас? Вон там, что ли? Тут заборчик. Я помню, что там был занят. Это спуск, это другая зона. Все, я начинаю вспоминать. Кстати, за Deutsche Plus хорошо, когда... О, здрасте. А тебя я не гладил. Ее я не трогал. Ну-ка, Лара, давай-ка. Давай, погладь. Эту я не гладил. Да-да-да-да-да-да-да. Поцелуй нас еще, моя красавица. Надо найти старушку с глухонемым парнем. Точнее, с немым. Мы ее найдем. И я спрошу у нее, есть ли у нее подсумки. Потому что мы же открыли подсумки с вами. Я почему ее ищу тут-то? С этими подсумками можно будет работать больше и проще. Где же она? Где она питает? Я вот реально забыл. Подождите, дайте сориентируюсь. Главная рыночная площадь, это здесь. Но она была выше. Так, вот здесь она, по-моему, вот тут. То есть мне сейчас пройти сюда, развернуться и пойти наверх. Вот тут. Так, это площадь, это не то. О, привет, а ты кто? Да какой Алуш, должно быть, это все дети. Что-то не так? А? А, да-да, что-то точно не так. Каждое утро я просыпаюсь, а у меня в доме все переставлено. Ты говоришь про Алуш? О, нет, и ты тоже. Алуш не существует, это все дети. Им просто нравится меня мучить. Тебе надо запереть входы, они к тебе не попадут. Я пробовал, они все равно пробираются внутрь. Наверное, проще сменить дом. Не проще, адрес вычислят по IP. Так, подождите, это я опять не туда. То есть я нашел правильное место, но не то, но не то место. Где еще может быть? Я помню, что там открытое пространство. Бабка мы стояла. Там высоко было, точно. Высота, высота должна быть. Вот реально, такими темпами я забыл, где находится старушка. А ведь она, кстати, реально помогла. Она дала нам жумар. За что большое спасибо, кстати. Так, ну нам точно не сюда, мне нужно чисто обойти это место. Так, нет. Ну, реально хочу эту старушку найти. Так, ладно. Дыши. О! Здрасте. Было бы не... Так, вот здесь я еще не был, кстати, в этой игре. В этом, по крайней мере, это место я не припомню. Какой-то могильник, что ли, местный? Или погреб? Буду надеяться, что это погреб, а никакой не могильник. Так, это рынок, рыночная площадь. Но она была выше. Потому что оттуда открывался хороший вид. И там был хороший загончик. Заградительный такой, приятный. Прохахали, говорят. Так, вот сейчас быстренько давайте осмотримся. Мне кажется, так, это проход в другую зону, это я помню. Проход в другую зону. О, привет.
Ты встречала Паймо, Ишик? Вот дурак. Думает, боги наказали его. Лентяй. Нет, ну может реально наказали. Я же не знаю, за что. За что угодно можно. Так, а тут уже посадки пошли. Так что нет, не здесь. Нет, она была в верхней части города. Вот забавно, вот... Если кто... Так, ребят, если не понимаете, о чем идет речь, может быть, только сейчас подключились на канал. Кстати, всем привет. Я ищу старушку, которая нам в прошлый раз помогла, когда мы занимались квестом с кубиками. Ну, там надо было найти кубики и мальчонку, который проиграл. Азартные игры — это злость, что? Нам нужно сейчас найти ее, потому что она тоже является торгашкой. Она хороший торговец. В крайнем случае зайдем на рыночную площадь. Спросим у них, есть что или нет. Хотя я не помню, я был у нее или не был. Нет, она должна быть выше, наверное. Да, скорее всего, она выше. Ты стоп, с какого ляда ей вообще быть выше? Я был на вышине, и там никогда ее не находил. Да, Сасен от Сасен. Куда она делась? Вот чудеса-то в решетове. Так, она точно... Я ее потерял. Подождите, дайте... Ну-ка. Вот это рынок, это рыночная площадь. Так, вспоминай. Это я себе говорю, вспоминай. Участок, рядом дом. Дорога, уходящая вниз. Участок, рядом дом. Перед ней проходит тоже небольшая улочка. Ниже вот этой отметки. Она, скорее всего, где-то вот в этой зоне. Она вот здесь должна быть. Давайте выискивать. Так, не здесь. Сейчас мы ее найдем. Я уверен, что мы очень близко и очень рядом. Вот, она здесь была. Я узнаю это место, она здесь сидела. Но ее сейчас здесь нету. Где она? Я у нее, кстати, все, что мог, скупил. Она пропала. А где она? Так, ребят, это то место. Я вам официально говорю, это ее место. Она здесь была. Это я вспомнил, все, мы ее здесь находили. Она здесь была. Может, она пошла к... этому испуму. А может, они, кстати, собираются вместе? Ну, а чё нет-то? Что им мешает, в принципе, заниматься с собраниями? Собраниями изгнанных. Чем нет? Интересная тема. Так, а где у него было собрание изгнанных? Так, стоп, а вот у этого... Так. А у этого дом вот здесь. Так, он рядом с обелиском был. Так, мне наверх, теперь обратно. Ну, рядом надо проверить. Потому что странно, что была вот торговка и пропала. Рад, что я у нее скупил все, что можно. Может, поэтому она исчезла, пошла собирать что-то новенькое. Так, нет, выше. Мы ближе, но не ближе. Да-да-да, почата. Вот. Это дом нашего мертвеца. Привет, тебя нет никого тут? Следуй за звуком барабанов.
Здравствуйте, вы барабаны, мне сказали следовать за вашим звуком. Ладно. Так, ладно, поиски завершились тем, что пропал человек, красота. Реально полезный, кстати, персонаж. Ладно, идемте тогда, пойдем к местным торговцам, может у них там подсумки. Потому что в Косумеле мы просмотрели все, у того ни черта нету. Он ничего дать не может. Ну, в принципе, там бедняки. Заметьте, кстати, забавно. Пойдите. Древний город золота. Ну, так в легендах говорится. По факту здесь все земледелием занимаются. Оказался. Куда? Более. Прибыльным. Согласен. Куда более богаче, чем местная деревушка. Полная вещей. Это я заберу. Это я заберу тоже, спасибо. Я тут спокойно роюсь в их продуктах, а им хоть бы что. Какие добрые люди. Вот о чем уровень богатства. Как дела? Здравствуй. Здравствуй. Что продаешь? Продает все то, что я ей продал. По лекарствам трав у нас все прекрасно. Я буду тебя ждать. Спасибо. Иду к второму. Что ты предлагаешь? Как жизнь? Взгляни, что у меня есть. Походы колчан, вот это уже что-то. Позволяет нести с собой значительно больше любых стрел. Беру. Боги нам благоволят. Я всегда к твоим услугам. Пожалуйста. Так, теперь. Сначала сюда. А потом идем сюда. И тут должен быть проход. Сначала прокачаем Лару по полной. Чем лучше и быстрее мы качественно это сделаем, тем... Что это из золота? Да, золотая инкрустация. Инкрустировано золото. Забавная прическа. Стоящие волосы кверху. Протяни туда трубочку. И ходи себе спокойненько попивай. Чаек. Так, давайте сначала сюда. Авантюристка. Сапоги 9 шагов. Нет, ну это чисто собирательный образ. То есть здесь мне ничего делать не надо, да? О, подождите, я могу прокачать отмычки? Только сейчас обратил внимание. А, нет, не могу. То есть все, что я приобретаю, оно идет сюда автоматом, да? Жумар. Кстати, что это такое? Дайте я себя выключу, чтобы... 1, 2, 3. На паузу, если не успею поставить, можете поставить. Так, современное альпийское приспособление военного образца используется для быстрого перемещения по веревкам и разрушения прочных преград. А почему не работает? Как им пользоваться адекватно? Реально, я без понятия, как им пользоваться. Нет, вроде все стало на свои места. Ой, метка исчезла. Ладно, теперь... Я заблудился опять. Чисто наверх. Чисто наверх до ближайшей фрески. А не, даже не до ближайшей. Вот сюда, вот сюда. По главной улице на север. Вплоть до большого перекрестка. И там налево. И прямо. Все, вот сюда. Да, в городе ориентируюсь точно так же. Так, вот, да, большой перекресток. Теперь сюда, нам наверх. И ровно прямо.
и должны будем выйти на местный склеп. Ага, все правильно. Идемте. Я так быстро иду, что новая территория не успевает за мной. Обезьяна забавно, голова погорела. Она, видимо, думала об окрасне, покрасить ее, но не рассчитала с возможностями личными. Так, давайте сориентируемся, что будем делать сейчас. Давайте, наверное, для начала до гробницы доберемся. Ух ты. О. Наверное, это Нагваль. Легендарное чудовище, которое бродит по окраинам Пайтити. Красивое! Доступный монолит, юкатекский. И я знаю один язычок, который нам должен быть сейчас теперь открыт. Да. Вот этот теперь нам доступен. Ну, неплохо. Цивилизация одна. Подходы разные. Ну да, получается, сегодня вот так вот полазаем, поизучаем местный колорит. Отлично. Очень редкая капибара белая. Мутация какая-то необычная. Белыми они не выживут. Но какая-то умудрилась. Какая-то умудрилась выжить все-таки. О, лагерь. Метку сразу делаю, чтобы потом не терять. Так, получается, я в зоне охоты. В принципе, наверное, могу пойти сюда. Или мне лучше сначала обойти все это дело, зайти сюда. А тут фреска. Гробница, скорее всего, под водой. Да, давайте. Хотя вот с другой стороны, вот это вообще находится в лесу. Склеп имеется в виду. Ладно, давайте сюда. Коль же он рядом, туда и зайдем сначала. Да. Ну тут даже специальный вход для Лары. Видите, какой сделали. Извиняюсь. Так. О, я могу. Я очень люблю такой вид из-под воды. Кстати, мы можем сделать ей хорошие позы здесь? Нет, то есть когда она в воде, не можем. Вот обидно, ну хотя бы сменить на тело ламы.
Давай, давай, давай. Золото забираем. Золото важный материал. Как хорошо, что это всего лишь маленькие безобидные пираньи. А тут есть еще те, которые любят жрать. Любят очень много жрать. Чего мне кажется, что я сейчас на них наткнусь? Давай, пролезай. Конечно, мне туда, да? Определенно мне туда. Ладно, идем. И вы думаете, я не сделаю фотку этого? Определенно сделаю. Так, давайте подберем. Кстати, знаете, очень напоминает момент из Занции. Так, и яркость надо увеличить. Идеально. Смотрите. Красота. Вот сегодняшняя арт-заставка. Местечко, если так посмотреть. Так, спокойно, спокойно. У меня Лара начинает задыхаться. О, давай, 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 давай. Неизвестная территория. В общем, добрались. Но там были, по-моему, несколько ответвлений. Я хочу глянуть на них. Может, мне, конечно, показалось, что это ответвление. Такие чисто... Нет, показалось. Да, хватит... Биться головой обо все острое. Тебя Кусуми ничего не научила? Выглядит мрачно. Нужно смотреть под ноги. Ой, да ладно тебе. То есть, когда ты проплывала через... зону с черепом, это тебе не казалось мрачником, да? Там костер. Прекрасно. Я могу попробовать туда добраться, но там я вижу, скорее всего, надо, надо будет обратно потом забираться. Здрасте, вы у нас кто? Вы новый очко навыков. Прекрасно, приятно познакомиться. Я Вескер. Теле Лари Крофт. Богиня Майя Ишчель, как и богини Луны у других народов,
считалась и богиней деторождения. Mm. С ней также связывали водопады, дожди и радугу. Ну, определяли месяцы. Она была покровительницей всех ремесел, в том числе рисования акварелью, а также ткачества, которое она сама и изобрела. Но она не была исключительно доброй и заботливой. Вместо волос у нее были живые змеи, она носила юбку из костей и отличалась невероятно скверным характером. Перевожу. Медуза Горгона выжила и переехала в Латинскую Америку. Нет, это реально чистая кража древних греков. Ничего собственного не могу придумать. Так, лагерь — это хорошо. Что по очкам у нас? Только одно, да? Ну, тогда не отвлекаемся. Обсидиан не затупляется. Это, если что, минерал, насколько я помню. И он реально не затупляется. Обсидиановые ножи очень хорошие, но... Где-то должен быть выход. Он, по-моему, еще и очень хрупкий. Если правильно его не обработать. Сука, ядовитых пауков. Где-то должен быть выход. Да сейчас найдем твой выход, успокойся. Это должно сработать. Ворота открыты. Теперь мне надо туда. Я не знаю, на время это или нет. Пройти она не может. Значит, нужно искать другой путь. Какой? Учитывая, что здесь есть вот такой легенький выступ, я так полагаю, мне сюда. Так, а с вами тут? Нет, не сюда. Ладно, хорошо. Обойти? А, они просто открываются. Зацеп за скалы. Шуть, вы посмотрите на это. Раз, два, три. Четыре. Причем трое умерли во время паровозика в сексуальном плане. Еще раз пройдемся. Ну вот это обратный путь. Это я уже понял, это обратный путь. О. Кукулькан говорит, что они не испугаются нас, если мы окажемся недостойными. Чтобы стать достойными, нам надо пройти испытания, устроенные его народом. Жители Пайтити ничего не знают о войне. Их клинки и копья давно затупились. Я пройду их ритуалы и покажу им истинную мощь тех, кто следует за Кукульканом. Интересно. Надо забрать. Тут еще и золото есть. Так, отдышись. И давай до золота. Тут сильно течение, кстати. Она плывет медленнее, чем обычно.
не могу не забрать. Раз здесь есть возможность поплавать, давайте изучать тогда эту возможность. Да, вот тут, тут есть течение. Я почему решил все поизучать-то? Потому что по логике вещей понятное дело, что выход-то был сверху. Значит, скорее всего, вот этот коридор, он тоже пропускал нас сверху, должен вести туда. То есть дорожка идет наверх. Соответственно, внизу выхода нету, и может поплавать. Я думал, долечу. Мой косяк. Ну ладно, здесь простая головоломка. Даже не головоломка, это обычный такой бег с препятствиями. А представьте, вот был бы такой в школах бег с препятствиями. Вот это было бы настоящее веселье. Обсидиановые, вращающиеся, острые, заточенные... Как их правильно называть? Ну, козлы навряд ли. Вот, добрались. Спасибо, спасибо, вы прекрасная публика. Гребаные собаки, что ли, опять будут? Чтобы мне сюда потом возвращаться? Дедушки, ребят, давайте я лучше сразу все откопаю. Так, а перед... А далее нигде больше ничего не было. Да, это получается все подземное отображено. Ну и хорошо, нам же проще. Конечно, обидно будет, если тут есть какой-то документ, которого я не найду. Тогда надо будет сюда возвращаться. А я из тех, кто любит все отыскивать сразу. Кому я говорю, ребят? Вы же на меня подписаны, вы должны уже это погибать. Хотя, если вы новичок, добро пожаловать. И с вами говорит Альберт Вескер, помешанный на перфекционизме, стример и игродел. Все. Вот она. Живописно. Ну, вот это больше интереса вызывает. Так, что здесь скажете нам про это место, мистер Фриско-экскурсовод? Если ты считаешь себя сильным и бесстрашным, приди сюда. Не каждому под силу испытания, ждущие внутри. Но те, кто их пройдет, получат право называться воинами. Спасибо, мы прошли через гребаный Китежград и армию бессмертных русских воинов. Как говорит, мы уже являемся местным Кратосом. Но спасибо. Должен быть способ открыть ворота. Я проверяю, будет эта штука отодвигаться или нет. Походу, нет. Ну-ка, там что-то светится. Тайник выжившего.
Наверное, выход здесь. Наверное, но не точно. Но раз это выход, значит, нам нужно идти обратно. Лучше идти сразу сюда, а то вот такое ощущение. Так, а тут никто ничего не стал запирать? Необычно. Ты посмотри. Вот она и баба Ёшка, не разговаривай. Ну, какой глюциноген здесь будет? А ну, давай вдыхай. Вот и Лара на веселе, вот и смотрит она в метле. Вот. Должен быть способ открыть ворота. Да вот. Надо как-то поднять руки. Ничего не... Должен быть способ открыть ворота. Бегала от, налетела на. Необычно. Должен быть способ открыть ворота. Если бы на них можно было бы залезать, но нет, тут нельзя. Должен быть способ открыть ворота. А ворота вот эти, если что, но там подняты мосты, то есть Лара не пройдет и так, и так. Должен быть способ открыть ворота. У меня есть идейка, но она безумна. Но если... Но если здесь это есть, то может сработать. Должен быть способ открыть ворота. А, тут еще какой-то проход. Нет прохода. Тут не пройти. И вниз тоже нельзя. Убьет моментально. Да ладно тебе, немножко... Должен быть способ открыть ворота. Вниз тоже не зайдешь. Тут тоже ничего. Тут, смотрите, сразу дается подсказка в лице вот этой палки. А есть ли возможность зацеплять? Мне такое ощущение, будто надо перебраться на ту сторону. Давайте попробуем-ка. Вот, зона безопасности. Нужно как-то остановить механизм. Сейчас остановим, придумаем и остановим. Но
Нужно как-то остановить механизм. Сейчас все остановим, успокойся. Тотем сложил руки. Но это на время. Так, там все заперто. Начни сюда. Нужно как-то опустить этот тотем. Опустить я знаю как. Мне нужно сначала бы придумать... Одновременно 5 тюлью дали ей по башке обсидиановым наконечником. Ребят, прям молодцы, знают толк в веселье. То есть, я успел! Она буквально должна была деревяшку допрыгнуть. Ну, имеется в виду на деревянное полотно. Ну, я понял принцип. Оттяни. Нужно как-то остановить механизм. Да я знаю уже как. О. Тотем сложил руки. Да! Вот теперь ее скидывать начали. Здесь прям надо высчитать. Можешь здесь давайте испытания-то заканчивать, проделывать, проходить. Негоже все-таки оставлять испытания непройденным. Жалко, тотем сложил руки. Так, давай сначала с этим. Так, опять. Теперь с другой стороны. Да ладно! Только не говори, что с самого начала теперь надо будет снова его собирать. Я таким темпом начну хитрить. Вы знаете, я люблю сохранение. Кастинин. Отлично. Ну, тут, по крайней мере... Нужно попасть на внешние мостки. Сейчас попадешь на внешние мостки у меня. Есть. Все, прошли. Все? Думаю, я смогу забраться. Я, походу, поломал здесь все, да? И мне, походу, не по этой штуке лазать. Ну ладно, допустим. Нет, по ней. Ага.
Да, на нее. Ой, святой обсидиан. Майнкрафтовский. Теперь я понял, для чего здесь... Ага. Давай, открывай. И щелевскую задницу. Даже без золотого блеска? Это что ж там такое? Колчановая сила. Есть египетская сила, есть колчановая сила. Вы можете выпустить до 3 стрел, не тратя время на извлечение из их из колчана. И прокачивать не надо. Полезно. Я все время не то нажимаю. Давай, мастери мне тут. Надо придумать, как спуститься. Серьезно, у нас уже есть выход, как было, Лара. Зачем спрашиваешь-то? А почему жумар не работает? Так. Нет, я хотел запустить жумар, но я не могу понять, как его запускать. Да и ладно. Ну, обидно, что не могу. Хочется же. Все-таки жумар. Там бездонная пропасть? Нет, конечно... Полуостров Юкатан этим славится, но чтобы славился Перу. Ну, сейчас Перу. Вперед. Вот. Можешь же, когда хочешь. Нам и надоело, что я постоянно бью обо всем подряд. Неосознанно, конечно. Вы же понимаете. Бывает всякое. Же наверх будет дорога. Но порой, чтобы подняться наверх, нужно один раз спуститься. Так. Вижу. А может, не вижу. Так, стоп, а куда мне теперь? Сюда, что ли? А почему с той стороны не могу? Почему именно обязательно вот сюда? Вот так вот именно. Можно было бы сбоку, тоже удобно же. О, пещерка Бэтмена. Нам бы до лагеря добраться, а дальше... Вот. Путь битвы, гробница испытаний. Пройдено.
Спокойно. Вот и все, выплыло. Да, может было освоиться лагерем, но я не хотел заниматься опять этой акробатикой. Тем более, зачем мне этим заниматься, когда здесь есть столько разных интересных способов передвижения. Не находите? Реально много чем заняться. Сколько я... Я уже целый час записываю. О, не зря. Не выходи за пределы города. На тех, кто покидает его, ложится проклятие. И они обречены вечно бродить по джунглям, не в силах обрести покой. Спасибо за предупреждение. Вот прямо огромным баннером, вот прямо на вершине водопада, вот чтоб четко каждый видел, вот сюда положил он это дело. Прекрасное предупреждение. Вот реально, почему это не на центральной площади не находится? Ох. Это реально как-то странно. Тут красиво. Заберемся куда-нибудь, куда ведет эта дорожка, а там посмотрим. Давай. Я, кажется, догадываюсь, куда мы с вами идем. Покой мертвых, тайный город, разграбьте склеп один из четырех. Мы идем к склепу, и походу это будет следующий. О! Финальный прыжок. Вот будет чем нам с вами здесь заняться. Ребят, давайте пока на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний эпизод. Следующий будет принадлежать товарищу Склеповскому. Будем проходить склепчик и, наверное, уже дойдем до сюжета. Потому что здесь уже все наизучим. Но надо, конечно... Ну, слишком большая территория. Здесь, скорее, наверняка очень много всего лежит. Надо все это поизыскать. Найдем, обыщем, разберемся. Ну, а с вами был Вескер, я Мартачинко. До скорых встреч. Всем пока, удачи. Увидимся.